Дагестанский парламент провожает в зону специальной военной операции уже второго депутата. В этот раз Абдуллу Магомедова поддержать добровольца пришли коллеги, среди них заместитель председателя Народного собрания Дагестана Саигид Ахмед Ахмедов. Все вместе поддерживаем его решение. Семья, дети, все они будут под нашей опекой, потому что он не должен ни о чем думать, то, что дома будет тяжело и так далее. За все это мы, депутаты, возьмем под контроль. Счастливой тебе дороги, брат. Мы хотим пожелать удачи, хотим пожелать, чтобы он здоровый и невредимый вернулся с победой обратно. Сегодня нам надо защищать свою родину, надо защищать нашу Россию. Кроме нас никто ее не защитит. Поэтому очень важно, что наши мужчины, наши коллеги принимают такое решение, идут туда на передовую. Счастливого пути! Член комитета по здравоохранению и социальной политике Абдулла Магомедов, как отец четверых детей, был освобожден от мобилизации, однако принял решение добровольно отправиться на Украину. В трудное для страны время он не смог оставаться в стороне. Я для себя принял такое решение, потому что не могу оставаться в стороне от своего народа, от своих братьев, которые сегодня там. Поеду. Сначала с победой вернемся, все братья обратно вместе. Всем вам здоровья и всех благ.